Аузу биллахи шайтану раджим, Рахману Рахим, Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и продолжаем цикл передач, посвященных теме ваххабизма. Для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассаламу рахматуллах и Уважаемый Шай Гурбан, вы нам рассказывали о том, чем отличается ваххабит от других мусульман, как, что это за секта такая, какие у них убеждения, кто их основоположник, каким образом они противоречат аятам Корана, каким образом они противоречат хадисам, логике. Вот хотел бы продолжить об обсуждать эту тему. Ауду биллахи мина шейтани раджим, бисмиллахи рухмани рухим, муин. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الدائمة على آدائهم جماعين إلى, إلى قيام يوم, يوم الدين. Я приведу другие экземпляры этой табути. Мы говорили о такфиризме в Хабибском. Такфиризм в первую очередь Мухаммада ибн Абдуллахаба, его непосредственных учеников, его последователей, в первую очередь первых первых веков. возникновения этой секты, потому что, как я уже говорил неоднократно, позже э, это течение, эта это секта, она немножко смягчилась в этом отношении. Ну, по крайней мере на аравийском полуострове, да, если, допустим, то, то же самое отношение мы можем наблюдать в Пакистане, например, современного в какой-то части России, мы это могли наблюдать в 90-е годы и не только 90-е годы и так далее, то на Аравийском полуострове, в арабском мире, в странах Персидского, арабских странах и королевствах Персидского залива мы это отношение уже не видим. Почему? Потому что там уже совсем другое отношение сейчас. Так или иначе, мы говорим о такфиризме Мухаммада Ибн Абдул-Вахаба, то, что он заложил, основы такфиризма, которого он заложил. И в связи с этим мы э, коснулись ряда вопросов, в том числе вопроса о том, насколько этот такфиризм, такфиризм Мухаммада Ибн абдул соответствует Корану и Сунне. Мы посмотрели на аят Священного Корана, на Сунну Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и, алейхи и, салям, и также обратились к мнению суннитских ученых прошлых веков, предшественников, предшествующих Мухаммаду Ибн Абдул-Вахабу, чтобы посмотреть, каково их мнение относительно такфиризма, что они думают, что, какова их была фетва, какова их было мнение, что они понимали из Корана и Сунны по данному вопросу, вопрос о такфиризме. В с этим мы коснулись э, мнения ряда ученых, мы коснулись в первую очередь ханафитского масхаба посмотрели увидели это известно на самом деле фетва ханафитского масхаба она в этом вопросе известна и заключается она в том что ханафитский масхаб не дозволяет не разрешает такфирить ахлю кибля то есть если человек является ахлю кибля то есть его кибла является Мекка то он мусульманин и этого человека такфирить нельзя и в этом у них есть какие-то основания из Корана и Сунны. И в первую очередь из Сунны, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи некоторые хадисы, которых мы упоминали, говорится об этом. Это в первую очередь. Мы также упомянули об хасан аль-Ашари, что его мнение тоже было такое же. И более того, что не менее примечательно мы говорили о том, что сам Ибн Таймия, несмотря на то, что он был такфилистом практически всю жизнь, хотя даже тот такфиризм, который у него был на протяжении практически всей его жизни, он отличается, очень сильно, кардинально отличается от такфиризма Мухаммада Ибн Абдул-Вахаба. Чем отличается и почему отличается, мы об этом говорили. Так или иначе, мы обнаруживаем, что э, в своей книге э, Дар'ута Арудаль Агли Ван Накль Ибн Таимия говорит о том, что он выбирает мнение о том, что нельзя так верить ахлю кибля. Нельзя так верить то есть нельзя выносить решение о куфре ахлю кибля. Ахлю кибля входят все, то есть это э, все суннитские течения, все суннитские масхабы, все суннитские э, идеологические школы и не только, и все шиитские. Это все ахлю кибля, то есть и их всех эти все разные группы, которых так верил сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, которых так верят его ученики, так верили его ученики, так верят до сих пор его последователи, все эти, по мнению Ибн Таймия, считаются мусульманами, потому что они ахли Кубыла. И по мнению ибн как? По мнению Ибн Таймия. Да, по мнению Ибн Тайми. Ибн Таймия э, изложил эту, эту точку зрения в своей книге, которую написал в конце своей жизни. И на это указывает Дахаби, мы приводили да. цитату Дахаби из сиар у алама где он говорит, что это мнение учителя Дахаби, потому что Ибн Таймия был учителем Дахаби, Дахаби был учеником Ибн Таймии. То есть это мнение, которое избрал запрет такфирить Ахля-Кибля. Поэтому то, что делал... Мухаммад ибн абдул -Вахаб, и то, что делали его последователи и делают до сих пор, по сегодняшний день, является неправильным, неверным и противоречит окончательному мнению ибн Тайми. Ибн Тайми – тому мнению, которое он избрал в конце своей жизни. Покаялся в своем такфиризме, который он исповедовал всю свою жизнь и избрал совсем другую точку зрения. Это то, что мы говорили. Приведем еще несколько мнений, еще э, коснемся мнений других масхабов. Мы коснулись мнения э, ханафитского масхаба, посмотрим на мнения других масхабов, например, в частности маликитский масхаб. Если мы обратимся к маликитским, шафитским и хамбалитским, это те, которые у нас остались и которые мы еще не касались этого, этих масхабов. Сам ибн Таймия относительно в этой же книге «Дар у Таару дель Акли ван Накл» Ибн Тайми, это его, одна из его последних книг, то есть это книга, которую он написал в конце своей жизни. И поэтому это не то мнение, которое было не окончательным, которое было отменено ни в коем случае. Это окончательное мнение самого Ибн Тимии. Ибн Тайми в этой книге приводит мнение имама Шафии, и говорит о том, каково его, Какова была его позиция относительно вопроса такфира? И вот что он говорит. И это я привожу. Это приводится. Это мнение имама Шафи приводится в огромном количестве книг. Вот, то есть в разных книгах приводится. Я привожу специально из книги Ибн Таймии. Почему? Потому что он считается якобы последователем его. Да, потому что его пути. да, да, потому что э, Мухаммад Ибн абдул Вахаб и его последователи, его ученики. Считают для себя авторитетом Ибн -Тайми. Если мы приведем, например, из книги э, Тафтазани или еще какого-нибудь другого ученого, суннитского ученого, здесь может быть не такое влияние, не такой авторитет. Но мы приводим из книги э, Ибн в книге э, дар ута ар даль акли накли вот что он говорит, Ибн Таймия, по поводу мнения о шафии. А что касается мнения ученых относительно вопроса такфира, он говорит, «Факад накал ани Шафии, ради Аллаху та'ала ан, ла ахва То, что касается факихов, что касается правоведов, по вопросу такфира, то передается от Шафии, передают от Шафии, что он сказал, я не отвергаю, я не отрицаю, я а, принимаю другими словами. Свидетельство ахлул Ахва. Кто такой Ахва? Заблудших. Людей которые не следуют Корану и Сунне, по мнению Шафии. То есть Шафи говорит, я их свидетельство не отрицаю, их свидетельство принимаю. Да, есть у него исключение, аль хитабиет. Кроме хитабитов, кроме хитабитов, свидетельства всех я всех остальных я принимаю. Это приводит сам а, Ибн Тимир. Я бы, допустим, увидел бы эти слова а, имама Шафии каком-другого книге, я бы, может быть, и не понял бы, о чем здесь идет речь. Но Ибн Тимир ведь толкует и приводит его это, это мнение. Приводит мнение э, имама Шафии относительно э, вопроса такфира. Выносить такфир, считать мусульманам не считать мусульманом и так далее. Он, и он говорит, что э, имам Шафии принимал шахаду всех. Что это означает? Это означает, что по мнению имама Шафии, обратите внимание, по, по мнению имама Шафии, все, кто произносили шахаду, в его глазах были мусульманами. Для него, по его фетве, были мусульманами, не выходили из ислама, были мусульманами все, кто произносили шахаду, кроме хитабитов, кроме хитабитов. Все. И после этого, когда уже приводит мнение имам Шафии, потом он приводит имам, имама Абу Ханифа, приводит который мы ранее озвучивали, ибн Тимия приводит мнение по Ханифу. Он говорит следующее: И это то, что мы выбираем. Что это? Что мы выбираем, ибн Тимия говорит. Выбираем то, что нельзя такфирить никого из Ахля кибла, то есть из никого из из тех людей, которые произносят шахаду, произносят шахаду о единстве Бога и произносят шахаду о посланнической миссии его светлости посланника Аллаха, Это то, что передает Ибн Таймия от имама Шафии. Это мнение имама Шафии со слов Ибн Таймии. То, что он признает, то, на что он ссылается. Он говорит, давайте разберем мнение ученых относительно вопроса такфири. Кого можно такфирить, кого нельзя такфирить. Он говорит, а что касается факихов, что касается правоведов, то имам Шафии сказал, что тот, кто признается шахаду, то его шахаду я принимаю, кроме хитабитов. Только у хитабитов я не принимаю шахаду, у всех остальных я принимаю, без исключения, у всех остальных. Ибн Таиме говорит, это, моё, это тоже моя точка зрения, я принимаю эту точку зрения, я выбираю эту точку зрения. То есть это, это все означает, что имам Шафи не разрешал. То есть по фетве, в том числе имама Шафи, то, что делал Мухаммад Ибн абдул было совершенно... Противоречим. Противоречим исламу. Это было не по исламу. Это было неправильно, неправомерно, было преступлением, было грехом. И, мягко говоря, естественно. Потому что, как говорят некоторые, у некоторых ученых можно встретить, тот, кто обвиняет кого-либо в неверии, сам ближе к неверию. То есть он приближает себя к неверию. То есть сам практически становится неверным, обвинив мусульманина в не исламе, обвинив его в неверии, это что касается имам Шафи. Уважаемый Шай Гурбан, если вы не против, мы прервемся на паузу. Иншаллах. Еще продолжим. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим данную тему. Уважаемые наши телезрители, мы на небольшую паузу, до которой говорили о ваххабизме. Уважаемый Шайкурбан, вы привели мнение Ибн Тейми и других ученых, которые полностью и очевидно противоречат мнению Мухаммада ибн Амудуль Ваххаба о том, что человека нельзя обвинять в неверии, если он совершает намаз в сторону киблы, то есть в сторону Мекки, имеется в виду. Хотелось бы продолжить? Да. И, относительно других ученых мы увидели мнение имама Шафии. Что касается имама Малика? Имам Малик Здесь мы, обращаясь к его точке зрения, обнаруживаем практически ту же самую точку зрения. То есть мнение о том, что то, на чем стоял, и то, на чем строил свою идеологию, свою секту Мухаммад ибн абдул -Вахаб, не соответствует Корану и Сунне. Одним из тех людей, которые являются авторитетным источником

что среди мусульманских э, течений, среди мусульманских ученых, среди мусульман имеется разногласие относительно веры и неверия заблудших групп мусульман. И если точнее переводить, то тех групп мусульман, которые привнесли в религию великие нововведения. То есть, как мы видим, как и в, и в ситуации с другими учеными, в ситуации с Абуханифом, в ситуации с имамом Шафии, везде речь идет о людях, которые, по их мнению, являются заблудшими, по их мнению, являются отошедшими от истины, от истинного ислама. Но, несмотря на это, они не позволяют себе выносить такфир, потому что шахада присутствует они являются ахли кибля. Несмотря на то, что они заблудшие, они произносят шахаду, они признают единство Бога, признают посланническую миссию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва пусть и заблудшие. Так и здесь, когда речь идет о мнении маликитского масхаба, опять-таки речь идет узма, то есть о людях, которые совершили, являются нововведенцами. То есть это люди, Нововведений, непростых нововведений, альбеда или узма, то есть это большие нововведения, великие нововведения, не то мелочи, а серьезные большие вопросы. Это, он говорит, есть разногласия, так? Имеется разногласия кто-то так верит, кто-то не так верит. Заблудшие группы мусульман, заблудшие по мнению того же самого, опять-таки, малихитского масхаба. Но хорошо, есть разногласия. Какого мнения малихийского масха? Вот что он говорит. Валякин финназар, и И то, что является и кажется нам более убедительным, то, что э, кажется более правильным, более верным, это то, что нет уверенности в том, что они являются неверными, что они перестали быть мусульманами что они не являются мусульманами. И то есть нет уверенности. А пока до тех пор, пока нет уверенности, что человек является неверным, ты не можешь его выносить такфир. То есть такфир, он может быть и позволен, согласно исламскому учению, только после уверенности, после стопроцентной уверенности. И поэтому, как приводится в других книгах от имама Малика, имам Малик, то есть это маликитский масхаб, его точка зрения, Имам Алик говорит, что в некоторых при... книгах приводит о том, что если ты на 99% полагаешь, что человек вышел из религии и что является неверным, и на 1% у тебя есть объяснение тому, что он делает и тому, что он говорит, объяснение, которое сообразно с чем? С исламом. Не... Объяснение, которое не противоречит исламу. Объяснение, которое то есть, не делает его неверным. То Имам алик говорит, что в этом случае ты должен отбросить 99% и держаться за, эти, за этот 1%. И об этом же говорит и имам Шатаби. Говорит о том, что нет уверенности в этом. А раз нет уверенности, есть предположение, что эти заблудшие группы, они уже вышли из ислама, что они исламом мусульманами не являются. Имам Шатибе говорит, по маликитскому масхабу это имам Малик не позволял на основе подобных аргументов, подобных предположений кого-то выводить из ислама и считать его неверным. Нет, он остается мусульманином. Даже если мы на 99% считаем, что он не мусульманин, но у нас есть всего лишь 1% э э Предполагаем, что он, может быть, имеет в виду что-то другое, что у него есть какие-то причины и так далее и тому подобное. Мы какие-то оправдания находим, и это оправдание является основой. И он приводит далее довод, доказательства. Доводом у него служит а... тот метод, тот путь, который придерживались сподвижники. Сподвижники и Табины. Ну, в первую очередь ссылается на сподвижников. алейхи салафу салих фихим. Он говорит, доводом и доказательством этого, то, что заблудшие группы не являются не мусульманами и неверными, остаются мусульманами, доводом от этого, этого слушают то, как сподвижники и табины обращались с ними, с этими заблудшими. И он приводит пример, где Приводится пример заблудшей группы, которая ну, нету в исламском современном мусульманском мире людей, которые бы и мусульманских э, каких-то групп, течений, которые бы не считали этих людей и эту группу заблудшими. Это хариджиты. Он приводит пример хариджита и его светлость имам Аляли саат говорит, как имам Аляли саат обращался с ними, как с неверными обращался, как с немусульманами с ними обращался, или как с мусульманами, которые подняли мечеш, которые творят нечестие, которые творят преступления. Как он с ними обращался? Он говорит, что совершенно очевидно, что имам Аля, алейсалату Салам обращался с хариджитами, как с мусульманами, да, с заблудшими, с мусульманами, которые стали на скользкий путь преступления и криминала но подняли восстание против законного халифа, против власти и разрушают общественную безопасность. Расщепляют общественную безопасность. Да, он с ними и так, но все-таки как с мусульманами, говорит имам Амшатви. Вот далилю алейхи амалу салафу салих хим, а тара иля и, -и алиен ради Аллаху анху фил хабариш. Разве ты не видишь, как Али, алейхи обращался с хариджитами? Разве ты не видишь, разве ты не изучаешь этот вопрос? Разве не понимаешь, как он с ними обращался? Он с ними обращался, как с мусульманами. «Ала ала» Как того требует аят священного Корана, в котором говорится инта фаслиху Когда двое, две группы верующих между собой сражаются, то Попытайтесь их примирить. Имам, алей-слату сам именно так и поступал. Он пытался наставить их на путь, он призвать их на путь. То есть он с ними обращался как с мусульманами, пытался исправить ситуацию, пытался уговорить, отправлял Ибн Аббаса к ним и так далее, где он вообще Ибн Аббас Я ссылался на Аят Священного Корана и так далее. Не обращался с ними как с неверными, как с немусульманами. Это точка зрения. Это точка зрения маликитского масхаба, опять-таки. То есть Мухаммад Абн абдул может считать э, суннитские эти масхабы своего времени, суннитские э, суннитское население Аравийского полуострова заблудшими. Он может считать, что да, они заблудшие. Они э, привнесли нововведение в религию, они в чем-то заблуждаются и так далее и тому подобное. Но он не имел права, согласно этой фетве маликитского масхаба, он не имел права считать их неверными, выводить их из ислама и дозволять их кровь, имущество, честь, достоинство и так далее. Он, Мухаммад ибн абдул вахаб убивал мусульман. Мухаммад ибн абдул вахаб грабил мусульман, отнимал имущество у мусульман. Мухаммад ибн абдул вахаб его ученики, его сторонники, его последователи, они покушались на честь и достоинство мусульман и мусульманок, насиловали мусульману, унижали мусульман. Согласно фетиве Маликитского Масхаба, по Масхабу, они все это, все это делали, все эти зверства, которые они творили, они творили с мусульманами. Почему? Потому что, э, да, им по Маликийскому Масхабу, может, и заблудшие были, но это не факт, да? Допустим, предположим, даже если и были бы заблудшими, Маликийский Масхаб не, считал, не, считал, не считает их людей, которые произносят шахаду и признают единство Бога и посланническую миссию его, Святости светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи и являются ахли -кибля, они не признают их неверными. Это маликитский масхаб. И, наконец, что касается хамбалитского масхаба, то здесь имеется небольшое разногласие по поводу, то есть в передачах имеется разное разногласие. В первую очередь начнем с того, что одним из э, очень значимых и, и самых больших противников имама Ахмада ибн Хамбала был, были мурджииты. Кто такие мурджииты, я в двух словах буквально скажу. Мурджиты это те, которые считали, что грех, деяния, они какого-то влияния на человека не оказывают. Да? то есть человек, э, вот, в современном мусульманском обществе это мужизм тоже имеется среди, в особенности людей, которые э, так среди так называемых не несоблюдающих мусульман, которые говорят, что да, главное быть чистым сердцем, главное верить в душе и так далее. То есть это это те люди, которые и, и то течение, которые считают, что деяние вообще никакой значимости не имеет, ты можешь делать что угодно, главное, чтобы у тебя в, в сердце было чисто, ты можешь там употреблять свинину, употреблять алкоголь, убивать, грабить, лгать. Но главное, чтобы у тебя в сердце было чисто. Главное, чтобы в сердце было чисто. А что ты делаешь, это абсолютно не важно. Это может жизнь. И имам Ахмад и очень сильно противостоял этому. То есть это был практически его главнейший противник один из, один из его важнейших, главнейших противников. Но когда про мурджиитов спрашивали, ты его, их считаешь не мусульманами или мусульманами? Каково у тебя отношение к мурджиитам? Вот что он говорит. Аббакир аль-Багдади а, в своей книге Ассунна в книге Ассунна приводит предание. От Исмаила Саид, который говорит, что, как ты считаешь, те, которые говорят, что вера это просто слова без деяний, то есть это мурджит, это указание на Мурджита. то есть это описание мурджита. Мурджит говорит, я вот уверовал в Аллаха. И я в душе верю, а мое деяние никакого, никакого влияния, никакой роли для моей веры не, не имеет. Никакого значения для моей веры мое деяние не имеет. Это жизнь. И, и он спрашивает, Исмаил Ибн Саид спрашивает, что ты думаешь по поводу куфра? А, считаешь ли ты их неверными? Тапаля, каля, ла якфуруна или ла они не становятся из-за этого неверными. Или их нельзя так верить из-за этого. Говорит имам Ахмад. Это, я напомню, его злейшие враги, о которых он очень жестко высказывается, о которых, с которыми он очень жестко, которым он очень жестко противодействовал. И противодействовали его ученики, его толкователи и последующие хамбалиты. Но помимо этого, Ибн Абдульбар в книге ат тамхид Ибн Абдул-Бар является одним из четырех суннитских ученых, которые являются трансляторами мнения Ахмада ибн Хамбала. То есть таких ученых немного. Буквально по пальцам пересчитать, которые являются теми, кто мнение Ахмада ибн Хамбала излагает. Вот что он говорит в своей книге «Ат-Тамхид». «Ла Ахмад ибн Хамбал». Он говорит что ни одного человека. То есть здесь, конечно же, везде подразумевается и всегда подразумевается подразумеваются люди, которые произнесли шахаду, они, которые произносят шахаду. Ни один из этих людей, говорит имам Ахмад, не является, не становится, не может называться неверным из-за какого-либо из грехов, из чего-либо из грехов. То есть ни один грех не может быть основанием назвать того или иного человека, который ранее произнес шахаду, который был мусульманином, ни один грех не является основанием перестать считать его мусульманином и начать считать его неверным не является основанием. Или, да, ну, хотя у него есть одно исключение: то есть есть только один грех, есть только одно деяние которая выводит человека из ислама. По мнению имама Ахмада, естественно. Или тот, кто, кроме того, кто специально, намеренно намаз. оставляет намаз. Оставляет э, обязательную молитву. Он говорит, этот грех уже выводит человека из ислама. Он из-за этого греха перестает быть мусульманином. Это человек этого? Это имам Ахмад Это хамбалитский масхаб передает э, Ибн Абдульбар в Тамхиде, Да, если страница 4 том, 226 страница. То есть, что, каково было мнение имам Ахмада? Имам Ахмад э, считал, что только одно деяние, одно действие может вывести человека из ислама. Вывести человек из ислама. Это э, намеренное оставление молитвы. А да. Мухаммад ибн Абдуллах, каково его? Он кучу деяний привел, Именно деяний, обратите внимание, не убеждений. Потому что с... мы чуть позже, с позволения Бога, этот вопрос разберем. Запомните эти мои слова, и в будущем мы их разберем, и вы в этом убедитесь. Что касается убеждений. Что касается убеждений, он говорит, что с убеждениями этих людей, но no проблем, никаких проблем нету. Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб говорит. Говорит, что никаких проблем с убеждениями этих людей нету. Все проблемы в чем? Деяниях. В деяниях то есть грехах, в поступках, угу. по его мнению. Да? То есть он считает, что он, они совершают грех, но каких-то убеждений, каких-то взглядов он их не критикует. Он говорит, что их взгляд на все, их взгляды и их убеждения на месте. Но опять-таки я еще забегаю вперед, потому что мы это собираемся еще раскрыть. Мы еще не, за, не совсем закончили с, э, с такфиризмом Мухаммад ибн Мы еще будем работать над этим. Так или иначе, Мухаммад ибн Абдуллаха выносит приносят при, перечисляет кучу вещей, которые служат причиной э, вынесения такфира и последующего э, дозволения крови, имущества и чести. А, имам Ахмад говорит, что Ла ни один человек не может быть не может считаться неверным из-за каких-либо из грехов, неважно какие грехи он совершил, кроме намеренное восстановление молитвы. Ну, вот одно исключение у него есть. Опять-таки я говорю, хамбалитский масхаб здесь, наверное, самый <coughs> самый немножко такой э, не, не самый однозначный в этом вопросе. Вопрос такфира. И это мы на самом деле в истории тоже видели. Хамбалитским масхабом э, пользовались аббасидские халифы, например. Да? Несмотря на то, что самим имамом Ахмадом э, у правителей хороших отношений не было, но после его смерти... Они воспользовались его идеологией. Да, они взяли вот, в вооружение хамбалитский масхаб, чтобы истреблять тех, кто им мешает. да, своих, свою оппозицию, так сказать, современным языком выражаясь, оппозицию, оппозиционные силы подавлять, какие-то неугодных личностей убирать. То есть, они просто э, судебный процесс запускали, где, согласно хамбалийскому масхабу, можно было кого-то затакфирить, казнить. Да, казнить, и естественно все это было сделано. Но даже даже при этой спорности, да, то есть мы, есть мы если видим, допустим, в ханафийском масхабе и видим, что ситуация довольно-таки однозначная, Аль кибля, значит, мусульманин шафийский масхаб то же самое, маликийский масхаб то же самое. Но хамбалитском есть немножко нюансы, да. Но даже при этом хамбалитский масхаб э, настолько далек от того, что творил Мухаммад ибн Абдул Вахаб, настолько далек от того, что исповедовал и что, то, что проповедовал Мухаммад ибн Абдул Вахаб, что нельзя сказать, что у них есть что-то общее между ними в этом вопросе, в вопросе такфира угу. и в особенности э, с учетом того, что в первую очередь убивал и такфирил э, Мухаммад Ибн Абдул Вахаб хамбалитов. Уважаемый господин, спасибо большое. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Иншаллах, мы дальше إنшаллах. продолжим данную тему. إنшаллах. Уважаемые наши телезрители, на следующих передачах мы более подробно раскроем данную тему, а на этом мы вынуждены с вами попрощаться. السلام عليكم ورحمه الله